Тедди, ну как ты там? Как я? Хреново. Да, это все из-за паразита. Что именно за паразит, пока не ясно, но этим объясняется такой жар. Это логично. А еще мне слышится... Слышится голос. Слуховые галлюцинации не редкость. О, Дэн, а я-то и не знал, что у нас сейчас конференция. Отлично. Да, я здесь. Дэн, а этот паразит, я могу из-за него, ну, типа, не знаю, очень-очень быстро, молниеносно забираться на самые высокие деревья? Да, сам же видел. Похоже, что он очень серьезно влияет на твой метаболизм и сильно затрудняет поддержание гомеостаза. Дэн, а ты можешь как-то попроще? Конечно. Ты попринимаешь препараты, и все сразу пройдет. Ясно. Разбежался. Да хватит уже позорить, достало, прекращай! Эдди, мы хотим тебе помочь. Знаю, дело в том, что я говорю это не тебе. А кто там с тобой? Я тебе перезвоню, ладно? Спасибо, и тебе, Дан. Спасибо, вам обоим. Сосед, можешь чутка потише? Мне сейчас очень хреново. Пошел ты. Да, не вопрос, чувак. Да, сейчас. Спасибо.